круглосуточный продуктовый магазин, который находится на Можайском шоссе в доме 139А, давно на примете у правоохранительных органов. Данный магазин является злостным нарушителем по реализации алкогольной продукции в ночное время суток. Все мы знаем, что согласно закону ночная продажа, то есть с 23:00 до 8 часов утра, запрещена. В данном магазине неоднократно сотрудниками полиции выявлялись факты реализации продукции в ночное время. Нарушая правила реализации алкогольной продукции, магазин накопил немало штрафов. Их общая сумма – около 150 тысяч рублей. Любые уведомления полиции руководство магазина игнорирует, но это не помогло уклониться от уплаты долга. В ходе рейда генеральному директору магазина вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и на сумму задолженности арестовали алкогольную продукцию. В настоящее время на сумму 100 тысяч рублей арестовывается товар, который реализуется в данном магазине, у данного ООО. После оплаты административных штрафов данный товар будет возвращен владельцу. Подобные рейды полицейские и судебные приставы проводят регулярно. Всего за этот год благодаря совместной работе с неплательщиков взыскали около 400 миллионов рублей. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».